Здравствуйте, вот я человек от объекта. На выставке прекрасной Ларисы Голубевой. Выставка просто живописи, но это очень правильно название. Создательное журнал. Действительно пишут историю, не вдаваясь в какой-то чрезмерный такой писательский сюжет, а передавая впечатление о мироздании. Очень много здесь мотивов дороги. И железные, и трамвай, вот этот заблудившийся по-гумилевски. Очень разная гамма. И серая традиционная для Петербурга, и зеленая традиционная для его парадных, и золотая. В данном случае она в плане метрополитена, и там все были желтые вагоны в древние времена. Но она есть и в плане домов. Вот такая петербургская толпа сродни Гоголю Невскому проспекту с фантасмагориями, да. Очень городские жители вот тоже. А почему гоголевская есть, мне кажется, в плане этого синтеза, да, города и его таких обитателей. Очень, хотя большая работа довольно такого туманного плана, есть очень с такой четкой графической прорисовкой, где не только вот живопись, но такой от графики, да. Очень мне нравится, что работы, я бы назвала портретными, это скорее психологическая такая тема, да. Буквально несколькими жестами, несколькими линиями и пятнами очень передан человек, очень его состояние. И тема транспорта в Петербурге, которая очень нам важна. Вот этот смесь золотого с серым, это такой мистический Достоевский, я бы сказала. Да, то есть мы видим много аллюзий, но мы не видим чего-то чрезмерно прямого. И я считаю, что это есть достоинство. Потому что, хотя я совершенно противник Лессинга в его разделении живописи и литературы, все-таки должно быть определенное средство для каждого вида искусства. И вот мне кажется, когда вот эта грань есть, не совсем синкретизм первобытный, но не вот наоборот, это самое то. Вот то, что мы всегда видим в нашей печали, передвигаясь, прекрасные девушки, которые радостно вписываются в эти работы. Очень много вот этой музыкальной темы, такой танцующей, очень французская, такая акцентовая работа, вот чистый Париж, мне кажется, и аккордеон тоже, это вот и бретонская тема, очень хорошо, очень. И мне нравится, что, поскольку зеленый один из преобладающих цветов выставки, автор правильно одел зеленый цвет, и таким образом получается еще одна красивая гармония, во-вторых, и переклички всякой красоты в этом мире. И много замечательных гостей на вернисаже. Да, вот это Миша Пиран, колонны наши прекрасные, дети с мишками, как я их люблю. То есть, когда мы говорим об этой выставке, когда мы смотрим, мы проникаемся в цветовом разнообразии, мы проникаемся в плане движения, как транспортного человеческого, и мы проникаемся, что не менее важно, движением души, тем, которое было у автора в момент произведения, и тем, которое есть у зрителя, да? И, в общем, там еще, по-моему, пару работ,